Фейерверки «Дядя Гриша» представляют 9-й международный фестиваль фейерверков «Звездопад». Национальное событие 2019 года. 10 августа. Город Смоленск. Аэродром «Южный». Пиротехническое обеспечение. Компании «Дядя Гриша». «Премьер Салют». «Орион Арт». «Фейерверк Мастер». Большая концертная программа «Веселая рапсодия». Вечеринка «Ретро ФМ». Группа «Дискорд». Группа «Бахашик». Группа «Триджет». Фантастическое шоу фейерверков «Пурпурное сияние». Команды-участники – только профессиональные пиротехники. Смоленск, Российская Федерация. Берлин, Федеративная Республика Германия. Герардсберген, Королевство Бельгия. Печица, Республика Польша. Москва, Российская Федерация. Детские и спортивные площадки, мастер-классы, ярмарка-выставка, город мастеров, вкусная и здоровая еда разнообразных кухонь, развлечения и конкурсы. Вход для детей до 12 лет в сопровождении взрослых бесплатный. Количество мест на парковке строго ограничено. Билеты на сайте www.zvezdopad.su. Фестиваль создан для тебя. Приезжай! Все будет восхитительно!